я с удовольствием это подчеркиваю, показываем высокий класс на уровне всей остальной Украины, потому что в целом у нас выборы прошли очень тихо и спокойно. Потому что даже в наших соседних областях, то есть в Одессе, очередной раз наши коллеги фиксировали огромные проблемы. Ситуацию с Мариуполем вы знаете. Знаете, что множество выборов будет признано недействительными, либо вообще не состоялись. В Николаеве достаточно все спокойно. Кто отслеживал информацию, которую мы выкладывали в группе, знает, мы сотрудничали с несколькими политическими силами, сделали некий пул демократических сил за честные выборы. Сотрудничали Самопомощь, Демальянс, Республика, БПП, ПВУ и общими усилиями решали проблемы, которые возникают.